Всем привет, друзья! Мы продолжаем обители зла прохождения. С вами два Димы. Мы покатались вот такой лодке. Кстати, посмотреть на нее можно. Ключ от моторной лодки отсутствует. А, ну значит, мы уплывем от нее. Всем привет. Знаешь, кто это? Так зовут директора африканского отделения Трисом. Ты думаешь, она как-то связана с Ирвин? Возможно. Шева — ходячая энциклопедия. Трисел. Если связь и правда есть, что это значит для Африки? Не знаю. Но если мы пойдем дальше, обязательно выясним. Верно. Пойдем. Пойдем. Верно, пойдем. Какая-то пещера. Кого-то здесь жарили, смотрите. Ага. Кости, скелет. Кого-то съели тут. Угу. Давай ускоримся чуть-чуть. Классная пещерка. Опа. Такая, здесь прям жить можно. Люди. Тут до хера кого съели. Ага. Так. Причем, по-моему, на людей что-то они не очень похожи. Угу. Ой, смотри. Пауки. Я же говорил, это не люди. Фу, пауки-зомби. Кстати, я в третьей части таких гигантских пауков видел. Да? Ага. А фу, они такие там так противные, такие они большие, знаешь. Че, на меня даже ничего не выпадет. Ура, патрончики на меня, патрончики. Так, погнали наверх. Ой, там где еще один ползет ко мне. Они быстрые такие. Тут если выстрелить правильно, то в принципе можно из этого удара его топнутый. Блин, здесь дропа нету. Не, иногда попадается. Тогда же на тебя патроны выпали. Мне тут на снайперку. Наверное, в конце какой-нибудь паук-мутант гигант. Может быть. Так, тут что-то не то. О, я же сказал. В мазике это хорошо. Паук. Ого, и тут. Ого, и тут. Они легкие, их с пистолета можно шмалять. Они просто это самое. Ну, их много вылетает сразу. Толпой берут. Ой. Last friendly fire, по-моему. Такие, знаешь, идут, молчат, как бы им пофигу. Ну, типа, уже не впервые встречать, знаешь, там всяких зомби видели, гигантских хреней, которые больше корабля видели. А типа пауки это так. Может быть. О, да тут, блин, с каждого фонаря что-нибудь да выпадет. Вот еще одну. Прям. Ох, прокачаемся. Да, да, да. В данж пришли. Сейчас рейд бойс будет. Проедим. Какие же тут классные касцены. Тут локации красивые самые по себе. Даже. Видишь, какой-то здоровый алмаз или что это такое. Ну вот его и берем. Что за птеродактили прилетели? Там я видел, уже светится одна из этих. Какие-то тут топазит. А, вот он, вот он. Я не знала, что здесь есть такое место. Ну ты здесь была когда-нибудь? Похоже, тут недавно кто-то был. Надеюсь, Ирвин говорил правду, когда сказал, что здесь мы найдем ответы. О, я спрыгнул, надо было спрыгивать. Ну да. А там ничего нет. О. Так, вот это мое. Это мое. О, вот это я сбил, кажется. Джамп даун. Блин, жалко, тут, тут не хватает Эдсова аудитория, он бы тут хоп-хоп-хоп так. Ага, кстати. По этим скалам бы. Так, вот кого-то расчленяли, походу. Они почему-то в мешках и подвешены вверх ногами. Ты же их ел. О, гробница, давай откроем ее. Блин, с этих пауков ничего не упадает, что ли, маленьких? Давай. Опа! Алла. Нифига себе! Ага. А, все по 100, ну их так было, блин, нифига. Маленькие пауки, ничего, даже дропа никакого нету.
Прямо это самое, наши... нас решили задарить алмазами и брюликами. Так, погоди, там куда на чеку я уже умотал. Ручная граната, деньги. Окей. Что у нас с местами? У меня еще один слот свободный. Опять касцены. О, все, зомби пришли. По-моему, тебя сейчас придавит. Опа. Нас разделили, смотри. Ага. Я понял, это что-то типа сейчас, наверное, лабиринта будет. Ты с одной стороны, я с другой стороны, да? Да хрен его знает. На самом деле, я не знаю. А, не, я взял, куда-то спрыгнул. Блин, ну обратно я уже не могу. Кстати, карту надо включить, я про карту забыл. О, кстати, точно. О, у меня тут трава. Карта полегче. О, тут мужики какие-то. Они не у меня. О, у меня тоже тут трава. Ах ты. Паразит. О, они какие-то племя Мумбу-Юмбу. Это уже, кстати, другие, это не те негры, по-моему. Которые обычные были, да? Постоянно, да. У меня тоже Мумба-Юмба стоит. У меня, кстати, патроны тут на тебя, на винтовку. Ну, я возьму на винтовку, потом тебе скину, отдам. Откуда племя эти штуки? Что-то стоит в углу, зомби. И к себе побежал, главное. Я ему башку раскирачил, он к тебе бежит. Куда-то вниз. Ага. А вот я. Вижу. Светан. Ай. Затя. Уай. Отойди, отойди. Сзади. Ого. Был сзади за мной прям. Солью. Ой. О, видел, он промахнулся. Понял. Ой, я успел его взорвать. Сейчас призвяжу тебе патрон скину. Где ты там? Давай. Так, кстати, там еще если назад пойдешь. Так, что тебе дать-то? Да ладно уж. А, у тебя место, съешь яйцо. Блин. Или у тебя есть давай пачка? Давай тогда поменяемся, не знаю. Подожди, у тебя же, по-моему, есть пачка патронов. Почему? А, у тебя типа их максимум, смотри. Да. Можешь выкинуть, в принципе. Ну ладно, пусть пока есть. Что у меня лежит, а потом... Ну ладно, даже сюда не могу подобрать. Вот, тоже эти возьму. Так, нам нужна на мост. О, стой. О, гробница в натуре. Мы как это, в Ларри Крофт, да, помнишь? Ага, вот тут еще и топаз какой-то. Залез в гробницу, нашел там прицел. Для винтовки. Вообще, Ларри Крофт, конечно, поразил этим. В древняя гробница, а там прицел для винтовки. Чё, как туда пройти-то? Да, тут. А, во. Во, о, подожди, тут еще был вход, кстати, одно место. Тут это, трава, кстати, лежит. Да, у меня на нее места не хватило просто. Ладно, я тоже. Ну и так три хилки он лежит. Вроде все пролутали, да? Да. Угу. Ой, не хочу я это открывать на самом деле. А чё там, древняя мумия? Но вдруг. О, ага. Ой. О, а я успел нажать. Я тоже. Фу. О, пауки. Как действие называлось? F. От перепрыгнуть. Чё, перепрыгнуть, по-моему, как-то. Они так быстро пишут, что не успеваешь ни прочитать, ни понять. Да. Давай, вон там сзади сундук. Ай, сзади, мужики эти, поехавшие. И пауки еще пришли. По-моему, они с друг другом тут дружат, я смотрю. О. Так, что? Это триллиан. Что-то надо мной... А, это лианы? Это... О, они прямо из земли вылезают. Че это? Ты там что-то нажал, что ли? Да нет, это паука шмальный. Они тут бесконечно падают, надо идти вперед. Погоди, нам тут еще по ящикам надо проверить. Вот тут еще нашел. Там еще один ящик, что ты там делаешь? У меня... Ого! Че это такое? Че? Я думаю, что у меня светит, а у меня сзади меня стоит этот хрен. Автоматы, патроны. Ай-яй-яй. Я его скинул. Надо валить отсюда, они какие тут.
типа на последний ящик. Бесконечный. Зарядочку сейчас. Деньги. О, по-моему, еще слот появился, вот ништяк. Ой-ой, тут зомби. Погоди. Не иди туда. Сейчас со снайперки парочку сниму. Всем. Вот. Ага, они все в фишку попалили. Ой, я тебя в ногу попал. Ой, у меня перезарядка. У меня есть круче. Смотри. Ага. Мое. Тебе. Я деньги возьму. Так, что у тебя там с патроны? О, стой, не двигайся. Ага, да, давай. А, блин, еще один. Ладно, я его выкину. Чё такое? Тут крутить надо. Давай сначала по этим самым вазочкам пробегаем. Давай смотрим сюда. Шотган. Зажигательная граната. Подбирай там, если чё. Эх, не успел. Я подошел бить. О, чё это за хрень? А чё? Ой-ой. Опа, их это, стрелять по ним. Конечно. Короче, насрать на эти вазочки, пошли крутить. Да, ну их нафиг. Так, повернуть. Ой, спать мне. Давай, давай, давай. Ой, они сюда едут. Ну, как эти, как рабы в Африке. Оп. А, все. Ой, понял. Сколько патронов, сколько лута. Жалко, что это. О, давай сначала отстреляем. Да, давай несколько. Блин, они бесконечные. Ладно, давай как-нибудь. Что это на дробатан мой? Ой, блин, он закрылся, блин, прикинь. А, значит, надо открыть и бежать туда. Да. Давай. Не обращай внимания на все эти шары. Все, побежали, побежали, побежали. Еще ролик покажется. Все, ран, ран, ран. Это себе возьму. Да ёп. Тихо, ты живой? Да, да, половину снял. Крис. А Крис. А, типа я. А, ну понятно. А, ну ты нажал на эту штуку, и они перестали ездить. В общем, это ловушка была. Ну, кто-то забрал на меня патроны. Да, еще типа патрон. Вон эти красные. Подожди. Дай патроны. Сейчас вы на хилку поменялся, что ли? Я случайно. Да не на хилку. На хилку? На хилку, да. Дай лечебный спрей. Где ты там? Ты пускай у тебя будет. А, ну ладно, у тебя просто там, у меня три хилки. Давай, чтобы поровну было, иди сюда. Ну, мне, кстати, ликануть, что-то у меня эта фигня врезалась. Ну, ладно. Ликанись тогда, чё. Сейчас подожду. О. Почти полностью, что-то меня лечит как-то эти штуки слабо. Мы прям прикольно, расхитительницы, да? Гробниц. Расхитительницы. Ну. Крестовая расхитительница. Ага. Все куда-то вниз, вниз. Ой. Ой, вот я стал, я уверен. Сейчас мы наступим, и у нас какая-нибудь хрень поедет. Сейчас я еще гранату возьму. А, ну я же говорил. Угу. Крис, как всегда. Было очевидно. Видимо, Крис ничего не... О-о-о! ТКФ, ТКФ. В! А, блин, Джира, ну чё он? Я ж долетел. Фак. Давай. Крис. Не люблю вот эти вот штуки. Такая. Давай. Эй, ну я успел же, ну! Ненавижу эти штуки. Ладно, сейчас я успею. А ты заранее прям это появляется, ты нажимаешь, да? Ну да, как появляется, я нажимаю. А я чуть жду, пока не добегут, что ли? Ну вот, чтобы до конца он добежал, да? Да это же не игровой процесс, это как ролик идет просто... В котором действие нужно выполнять. Прям сразу, когда появляется, когда видишь.
Я же нажал. Вот я нажал. Скоро мы пробежим. Прыгай, Крис. Прикольненько. О! Я назад же, я успел. А, не, нифига ты не успел. Надо. Че нам был на АД, по-моему, да, одновременно? Ага, А плюс Д. А у тебя тоже что ли? Да, у меня такая же фигня была. Я успел. Так, еще раз забег. Ага, готовимся к Сочи 2014. Ага. Это самое, что хотел сказать, но забыл. Ладно, не важно. Эпик. И сейчас вот будет прыжок, а потом надо будет увернуться от чёта. Прыгнёт. А вот сейчас. После... Фу, я думал, ты опять улетел. О, бежим. А. О, смотри-ка. Это выглядело глупо, но прикольно. Да, прыгнули как-то. Сейчас, погоди, не прыгай. Так, на эту херню нам, видимо, надо нажать одновременно. Тянуть. Окей. Так. Во как. Сейчас нас помоями каким-то обольют. Вау. Круто. Чем-то напоминает этот самый Assassin's Creed Brotherhood там в конце. Да, еще светящихся стен не хватает, да? Ага. Стой, погоди, я смотрюсь, тут может быть где-то какой-нибудь бриллиантик будет висеть. Там мы не заметим. О, я нашел глаза. Что нашел? Там твои патроны. А, сейчас, погоди. Че тут? Перепрыгнуть, короче, можно. Давай. А здесь пройти еще куда-то можно. А, ну это типа нам все равно туда прямо же. Не понял, зачем я сюда пришел. А зачем я сюда пришел? Даже ничего и нет интересного. О, я нашел две вазы. Прям ты сверху или снизу бегаешь, я так не пойму. Я над тобой каким-то образом. А тут патроны на дробовик. Блин, я куда-то вверх иду. О, там значит я был над тобой. О, патрушки я возьму. Ну давай, нам надо вернуться, по идее. Мы же не по главной дороге пошли, это, видимо, ответвление просто такое эдакое. Нам надо по центральной, в общем, дороге идти, я понял. Ага. Сейчас, погоди меня. Пойдем. Ладно, побежали. Сейчас прибыл. Все так тихо, как будто сейчас кто-то вылезет. О! По-моему, в них стрелять. Они все разного цвета, кстати. Нет? Может, с ними что-то придется делать. Не все. Что-то, кстати, на карте не отображается, куда идти, странно. Вот там вот надо двоим нажать. Че, давай нажмем. Давай. Сейчас только секунду прям. Хотя ладно, давай. А, не понял, а я как? Давай. И с другой стороны как-то надо. А, вот в чем прикол. Значит, как тебя обойти надо вообще, вот эту всю байду? Вот для чего эти дороги были. Ну, по главной, ты там оставайся сейчас. Как-то тебе, в общем, надо здесь спуститься. По главной дороге пошел. Птичка летит, сейчас я подстрелю. Стой, птичка. Ага. О, я ее подстрелил. Я ее подстрелил. О, еще летит. Смотри. Давай. Жми. Бегом! Я тебя отомстил. И на нас метеорит сейчас. И сейчас на нас эту штуку упадет. Ага. О, там что-то есть, смотри. И зомби. Вот так зеленая дорога открылась. Чуть-чуть. Сапфир. О, ништяк. Пошли к зеленому, тут где он? А, мы вот под лестницей, видимо, сейчас как раз идем. О, тут новая пушка. Что там, что там? Ой, это я беру, так, я выкину.
А, у меня да. место есть, ништяк. Да нету как раз. Бу-бу-бу-бу-бу. Только на мне его не пробуй. Тихо. А, это ракетомет. Прикольно. А, ракетомет? Ну хорошо, то. Пошли там по главной дороге, надо будет выбраться. Ну как я пришел. Ну все, я вижу, куда нам надо. Как тут. Это как тут прошел. Вот это самая лестница. Так. А, не-не-не-не-не-не, стоп. Че? Сюда. Идол, отлично. Блин, сколько мы в этой серии, на этой локации подобрали всяких этих. Все секреты открыли. А где сапфир? Точно. О, а там пустились. О, там туда надо. Ты думаешь? Ага, последний по-любому. Изумруд. Так, как-то открылось, по-моему, справа. А, вот здесь, да, я поднялся? А, не, стопа, сюда. Да-да-да-да. Сюда нельзя спрыгнуть даже. Вот сюда, да. А, ну что-то... А, косыно. Набежали, мамбу-юмбу. Слушай, если у тебя есть грандамет, тебе магнум нужен? Mm-mm. Нет? А-а. Так, отдашь. Давай. Блин, ну... Хоу. Надо поближе мне подойти, что-то я издалека хренов стреляю. Чё, нет? Да что в тебя? Ух ты! Нате, нате! Чё, есть на них там? Чё, они тут уже? Нифига себе! Бежит один с копьем к тебе. Пока. Деньги. Блин, я даже его добить не смог. Ой, не с того. Черт, не с того шмальнул. Это идти. О, стоит. На. Да. Жумер. Ты перепрыгивал, да, на ту сторону? А, нет, вроде. Не перепрыгнул. Ну я, собственно, спустился куда надо. Давайте встречу. А, все, понял, как идти, да. У тебя патроны. Все, по-моему, эти кончились. Четыре оружия ты носишь, офигеть. Угу, да я вообще... Три поровну. Погоди, давай сюда сбегаем. Тут, мне кажется, вообще побочная статуя, ее, наверное, лучше первой. И тут вообще, кажется, один может. Или Босяр, нет? Нет, что-то... Yes. А мне куда? Может, и не один. Может, по бокам как? Ну, хрен его знает. Давай сюда сначала сбегаем. Тут, значит, сундук. Патроны. На пулемет. Или на гранатомет. На гранатомет, да? Ой, ракеты на трёхе. Не, пулемет. Чё, ладно, давай тогда сюда. Ну давай, дергай. Пум.
Фантастик, фантастик. А, теперь вниз, да? А, да, походу. Чёртовы лабиринты. Ага. Ну, это загадка, скорее, просто. Я уже хочу глоток чистого воздуха. Стоп. Вот там, там. А, ну, это дополнение, начнем сюда. Это моё. Это наше. А это мина. Не. Да, тут побегаем. Там ничего нет. Тут можно что-то смотреть сюда куда-то. И прыгнуть можно. Метки сот. А, ну, мы по нас тут пришли, нет? Нас удар забросило, вот. Теперь наля выпишем. О, кстати. Второй рычаг. А, вот оно что. А, ну ладно. Вот и я думаю о том же. Отсюда, отсюда будут лезть, видимо. Теперь я понял, для чего мина, в общем-то, нужна. Ничего делать, типа, тут последний этот дернуть надо, да? Вот фиолетовый. Может. Ну ты-то беги, да, наверх, я буду этот дернуть. Пойду искать вверх, куда, путь наверх. Ну там по лестнице, как навернуть, тебе просто наверх подняться. Пока... Кого бежит и пыхтит. Вот чё. Так, у меня, по-моему, что-то уже пошло. А, это на меня пауки. Это тут тоже были, по-моему. А, не, у тебя, у тебя. Ой, бомбы-юмбы. Я тебе, да, гранатометом могу стрелять. О, не, у меня тоже появились. Ты опять это речь. Да. Дай, блин, сзади меня, да. На меня паук насел. Ау, слезь, мать твою. Давай. Готов? Да-да-да. Окей. Так, чего теперь? О, опять прикол. Опять что-то открылось. Видимо, это последняя дорога. Набери там что-то, из тебя, что выпало со статуи. Он набежал. Понаехали. Ага. Че, побежали тогда? Куда нам там надо? Музыка сейчас какая-то играет. Ой, это ты? Угу. Где он тут еще один был? Блин, мне к тебе надо будет спуститься сейчас, ну ладно. А хотя не, ну там на перекрестке надо будет встретиться. Беги по дороге вот этой вот. И значит сюда надо куда-то надо. Давай. Марш! Марш! Так, давай смотримся здесь. А, ну нам сюда и надо, в принципе, да. Угу. За этот что ли дернул красный? Сейчас, погоди, тут пробегу. А, ну это понятно. Ничего, что там светится, по-моему. Или нет? Ладно, давай на рычаг тогда жмякать. Кошка там лает. Как это пес? Ага. По этой дороге подняться, типа, надо теперь. Ага. Рубин. О, круто. Ну, как всегда. Оба. Это, о, помнишь, мы такого убивали? Это, кажется, он и есть. У меня есть гранта... Теперь понятно, погибла стояла. О, я успел. Тудэ-тудэ. Да, есть гранатомета по этой твари. По-моему, живучий какой-то. Опа, это херня. Да-да-да. Фух.
Ох, ему понравилось-то как. Идиот. Кайфанул. Чё, всё, что ли? О, камень Сердечко. Души какие-то. Как он назывался? Камень души. Ну какие глазища у него. Ладно, пойдем дальше. Ты это слышишь, да? А, так, на этой, да? Да. Так. А, ну вот, собственно, дверь на следующую локацию. Мне кажется, перейдем сейчас на нее и закончим эту серию, да? Угу. Наверное, какая-нибудь катсцена. Угу, может быть. Как я угадал. Подготовка О. почти завершена. А потом можно уходить. Ух ты. Хорошо. Злая женщина со шприцом. Всегда боялся женщин со шприцами. Вирус. Они друг друга колят. Знаешь, меня удивляет успех Лас Плагас. Поначалу у меня были сомнения. А теперь Ураборос завершен. И ты оказалась наверху Трисел. О, у меня куда более обширные... А, это этот. Как его там зовут? Тебе понадобится партнер, Уэскер. Не так? Угу. Кто-то, способный встать рядом с тобой в новом мире. Мне кажется, я доказала, что достойна. Все может быть. Ооновцы здесь. Похоже, твой дружок Крис Редфилд решил нас навестить. Я чую волнение. План на финальной стадии, и отсрочек я не потерплю. Сейчас мы с ним, наверное, биться будем. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом клеток. Ты, я должен был стать богом. Теперь это право мое. Ну что ж, благодарю тебя, Спенсер. Ура, Борс. А, ну вот это что такое, это ракета, оказывается. Родина глава 1.4. Да, точность у меня хромает. Окей. Ну что, давай на этом завершим, наверное, серию, да? Да, дорогие друзья, спасибо за просмотры. И всем пока-пока.